В штабе Народного фронта Ивановской области пополнение, ну а правильнее сказать обновление, губернатор познакомился с новыми сопредседателями, неформально за чашкой чая. А затем состоялась встреча с активом штаба. Станислав Воскресенский предложил обсудить проблемы, которые волнуют общественников и актуальны здесь и сейчас. И вот одна из них. Буквально на прошлой неделе в штаб поступили обращения жителей по поводу строительства мусороперерабатывающего завода в Шуе. Глава региона информацию опроверг. Я разобрался, действительно, в схеме аж 2016 года были предусмотрены эти объекты, они там абсолютно не нужны. Мы сейчас, что касается мусора, об этом сегодня подробнее поговорим, мы сейчас смотрим как раз самые последние технологии, чтобы вообще минимизировать, в принципе, число полигонов в Ивановской области и делать все с максимальными экологическими требованиями. Более того, в подтверждение своих слов скажу, что, насколько я знаю, уже по данному земельному участку первоначальным инвесторам отозвана заявка буквально на прошлой неделе.